5 фактов о породе левретка. Это самая миниатюрная представительница борзых пород, выведенная в Италии. В средние века с левреткой охотились на зайцев и куропаток. Это очень ласковые и тактильные собаки, которые нуждаются в постоянном контакте с хозяином. Грубого обращения они не переносят. Это довольно азартные питомцы, которые способны быстро переключаться из спокойного режима в игривый. Также они довольно хитры и с легкостью могут начать манипулировать над хозяином, если тот позволит. Поэтому пусть вас не обманывает миниатюрность этих собак, они нуждаются в воспитании, как и другие породы. Повышенная эмоциональность не мешает этим собакам заводить друзей. Они легко идут на контакт со всеми домочадцами, могут найти общий язык и с кошками, а вот на мелкую живность на улице будут смотреть, как на добычу. В уходе питомцы не сложны, однако в холодные времена года левретку стоит утеплять свитерами или комбинезонами, потому что простудиться они могут с легкостью. А вы бы завели себе левретку?